просто понравился футбол, и тем более секция была рядом, вот Приолит, в городе Реутове. Прям дойти там буквально, я не знаю, 100 метров, и я там. Поэтому выбрал футбол, не жалею вообще никак. Все нравится, все супер. Не-не-не, вообще никак. Полностью меня поддерживали и до сих пор поддерживают, и я за это им благодарен еще. Такого, наверное, не было, но был период, когда из «Локомотива» меня, получается, убрали. Это мне было 11 лет, и я пошел в «Локо-2». Тогда просто было как-то неприятно. Думал, что в «Локомотиве» буду играть, но такой период, думаю, должен был я пройти. И вроде как все получилось, я надеюсь. Тогда мне вроде мама скинула список, я сначала не видел, и вот пришло сообщение от мамы. Я увидел, ну, впечатление было хорошее. Все-таки, может быть, я заслужил этот вызов, не знаю, решать тренеру. Но, получается, я начал играть в «Локомотиве», и заметили, позвали, очень рад. Да, у меня мама следит прям за всем, там много чего скидывает мне, поэтому от нее узнал. Ну, наверное, загадывать не буду, но, конечно, хотелось бы сыграть на Евро. Также хотелось бы в основную сборную попасть. Так что буду работать, стараться, доказывать. Ребят всех знаю, именно, может быть, не лично, но со всеми играли, поэтому сложностей никаких не было, там, с адаптацией или еще с чем-то. Так что все хорошо. С Максимом Нинаховым, с Даней Глебовым, с Наиром, с Тём Голубев. Ну, здесь, честно, много ребят. Но больше всего, наверное, с Даней Глебовым, с Максом Нинаховым. А, ну, настольный теннис, да, играем. Но все, если честно, равны. Каждый может обыграть. Ну, вот сейчас поиграли с Даней Глебовым, наверное, он. Хотя и Наир тоже. Наир тоже хорошо играет. Вообще, я меломан, но именно рэп как-то, не знаю, по душе. Нравится там, ну, много исполнителей нравится. Но в основном там слушаю Трэвис Скотт, 21 Savage из русских исполнителей, наверное. Сейчас начал слушать OG Buddha, Платина, такое, Фараон. Я как-то стараюсь, если честно, не настраиваться. Какую-то слушаю музыку, когда-то могу не послушать. Сейчас, наверное, уже нет. То есть, может быть, там на пару минут, когда только вышел, несколько передач, и это все уходит. Вроде как я научился с этим справляться, не волноваться. Я думаю, меня самые незабываемые ждут еще впереди. Хорошо сплю. Нормально. А после? После плохо очень. Очень редко. Очень редко. Сериал сейчас никакой не смотрю. Но из последних бы сериалов порекомендовал бы, так, наверное, «Власть в ночном городе». Комедия и триллер, наверное, больше всего. Хотя и фантастику люблю, про зомби.
Друзья нас познакомили. То есть мы с моим другом гуляли, у него появилась девушка, кстати, тоже недавно. И она, получается, общалась вот с моей будущей девушкой. Кино, если честно, именно вот в кинотеатр ходить, ну, любим очень. На рыбалку вместе ездим. Ну, это с детства прям пошло. Дед у меня очень любил рыбалку. Потом, получается, перешло это к бате. Батя научил меня, и мы до сих пор ездим, ловим рыбу. Очень это нравится и летом, и зимой. Хищника мы ловим на спиннинг, на искусственные приманки. Думаю, кто знает, тот поймет. Воблеры, на джиг. Сложно, наверное, объяснить, но как-то на рыбалке отдыхаешь духовно. То есть морально. Но физически, конечно, тяжело это. Вставать там в 5 утра, ловить там целый день. Потом отрубаешься сразу же. Физически тяжело, а вот морально прям отдыхаешь очень круто. Природа. Да, много. Часто такое бывает. То есть в Подмосковье частенько такое бывает, когда не ловишь рыбу. Это там в Астрахань, если поедешь, там без рыбы никогда не уйдешь. Да, блин, это вообще кайф. Мы ловили, минус 25 была погода. То есть спокойно ловишь, замерз, пошел пробурил 10 тулунок. Уже жарко. И вот так вот. Не, он мне нравится очень. Ну, трофей не супер, конечно. Сом самый большой у меня. Сомик. На 7 килограмм 925 грамм. Почти 8 килограмм. Самая большая рыба. В Астрахани, кстати, пойму. Играю, но не очень много. Последний раз был на Бали, или Бали, так еще до конца я не понял. Очень понравилось. Хотелось бы туда вернуться, но, наверное, годика через 3. Танзанию хочется, там сафари. На животных посмотреть. Вообще хочу попутешествовать по России именно на машине. Потому что когда мы в Астрахань ездили с родителями именно на машине, очень круто, как пейзажи меняются. Было бы очень круто всю жизнь за Лука поиграть. Но хотелось бы поиграть в Европе. Нравился Роналду, но после того, как мы там с Ювентусом играли, он как бы вместе с ним на одном поле находились. Это не нужно. Да, такого, наверное, нету. Скажу только, с Баварией, когда мы играли, очень понравился мне Кимих на футбольном плане. Такой профессор, вообще не теряет мячи. Тиаго Алькантара нравится.